Если грех постоянно повторяется после исповеди, что делать? Постоянно повторяется грех, что делать? Ну, каяться постоянно нужно. Бывает такой грех, который, от которого человеку очень сложно избавиться. Он кается, ну, грех, вот некоторые там курение, кто курит. Вот он кается в этом курении бесконечно. Кажется, что никогда он, человек от него не избавится. Но вот знаете, само намерение человека уже для Господа приятно. Тоже, даже Господь бывает спасает человека по его намерению избавиться от какого-то греха, потому что вот он желает, он все силы прилаживает для того, чтобы избавиться. Ну, пусть Господь и оставляет ему по какой-то причине, опять-таки, этот грех, но тем не менее его стремление, оно, в общем-то, это благо для души человека. Благо, поэтому вот, постоянно исповедь. И еще бывает, что Господь оставляет грех человеку для того, чтобы он обрел духовную чистоту, духовную нищету. Что такое духовная нечистота? Простите, нищета. Это то состояние, когда человек себя принимает таким, какой он есть на самом деле. Потому что бывает так, что человек не может никак смириться с самим собой. Ему очень сложно принять себя таким, какого он есть на самом деле. Мы всегда стремимся к идеалу. Такой человек, сущность такая, что мы постоянно стремимся к идеалу. Мы постоянно хотим статики, статичности. Мы хотим, допустим, если дом кто-то строит, желает, чтобы этот дом был вечно, чтобы машина была настолько крепкая, чтобы не ломалась никогда. Ну, такое стремление у человека. И стремиться к такому идеалу, это стремление не позволяет принять себя таким, какой есть на самом деле человек. Но наша задача все-таки признать свою нищету. Не зря нам Господь говорит, что в заповедях блаженства, что блажены нищие духом, ибо таковых есть Царство Небесное. Поэтому бывает, что человек, который грешит, опять повторяет грех, Господь ему дает это для того, чтобы он все-таки признал себя таким, какой он есть на самом деле. Другая причина, может, возможно, бывает, вот я знаю, что случай такой, когда был, когда один человек пытался бросить курить, каялся постоянно в этом. И такая ситуация была, когда он каялся священнику, переставал курить, Господь прощал этот грех. И проходило некоторое время, и он, когда шел мимо людей, которые курят, курящих людей, он начинал их жутко, жестоко осуждать. И вот он осуждал, и вновь опять возвращался к этому греху, пока он, слава Богу, сам понял, что причина именно в том, что он осуждает грешников. И Господь ему простил грех этот, простил, грех был прощен, но только после того, когда он перестал осуждать тех, кто, других людей. Такое тоже бывает. Ну, стремление каяться – это очень хорошее стремление. И если человек понимает свой грех, желает от всех сил избавиться от него, то Господь, конечно, это вменит праведность. Здравствуйте. Я Иерей Анатолий Слободчиков, настоятель храма Святитель Николай Чудотворца, село Плюсы. Приглашаю вас на молитву соглашению, которая проходит в нашем храме. Мы читаем акафист Николаю Чудотворцу. Николай Чудотворец является поистине самым почитаемым святым у нас на Руси. Поэтому присоединяйтесь к молитве вместе с ним, ко Господу нашему Иисусу Христу. До встречи на молитве.